Мультрепортаж! Новосибирск – самый быстрорастущий город мира. Ему понадобилось всего 70 лет, чтобы число его жителей достигло миллиона. Для сравнения, Чикаго для этого понадобилось 90 лет. Нью-Йорку – 250. Москве – 700. А Киеву – 900 лет. Кроме того, Новосибирск – третий по численности город России. Численность населения составляет 1 567 087 человек. Интересно, какая по счету родилась я? Ты не знаю, а вот миллионный житель Новосибирска родился в сентябре 1962 года. Как здорово, что мы живем в таком замечательном городе!